Собирай ланчбокс моему сыну в немецкую школу. На первое у него будет запеченный картофель в духовке и тигровые креветки. Я обжарила их на сливочном масле с чесночком и добавила немножко сока лимона. Мой сыночек немножко приболел, поэтому я сделаю ему свежевыжатый сок. У меня было немножко ананаса, также я добавила манго и апельсин. В школе очень часто детки болеют, поэтому нужно много витаминов. А это его любимый сок. В следующей секции бокса будут ягодки и фрукты. Я положу ему драконий фрукт и полью его медом и финиковым сиропом. Кстати, если вы так не пробовали кушать, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Также я положу голубику и немножко малинки. Еще я положу туда немножко сладостей. Это будут его любимые конфетки и печеньки Нутелла. Также положу один кусочек горького шоколада. Он хорошо стимулирует работу мозга. Также вчера я готовила дёнер и положу ему кусочек. А второй кусочек будет для его подружки. А на перекус будут такие сухарики и пудинг.